Šodien veltīšanā piedalīsies divi pavisam īpaši cilvēki Baskļu kluba vēsturē - Ramons Butauns un Rīmas Kurtina. Šī saruna būs krieviski. Es pilnībā respektēju cilvēku, kurš šī briesmīgā kara laikā nevēlas neko dzirdēt vai klausīties krievu valodā. Bet šodien man ir viesi, kuriem ir neziņot formu valoda un ar kuriem man daudz vieglāk, niansētāk par detaļām, par visu mūsu kopā pārdzīvoto, taisa skaitā veltīšanā. Pirmkārt, es uzskatu, ka ne jau runa ir un ikona nozīme. Otru kārtu nu, arī varēja kaut kāda nozīme tam, kāds būs saturs. Kā, Lūdzu, nu, grazīmi. и с семьей Игорь Самиглинихса, так или он ко мне приезжает, или я к нему с Дианой еду. Мы так бываем, но в прошлом летом был, в этом летом не был. Слушай, я тебя никогда не спрашивал, но в 2010 когда ты согласился стать тренером, главным тренером ВФА, почему ты принял наше предложение? Ну, я думаю, что тогда как раз вышли как бы в гору, имею в виду, в Рига набирали команду, набирали тренеров. Тогда еще работал и Валдис Валтерс в клубе, это активно. Он мне тогда и позвонил. Ну, и деньги, откровенно, не были очень-то большие, но не из-за денег, из-за того, что такая перспектива была. И я вообще-то люблю латышский баскетбол. Мне нравится, потому что они играют побыстрее, они играют по-разному, чем литовцы. Литовцы так больше смотрят тактику. А латаши такую физику схожу и такую быструю игру поближе к НБ, И мне, мне нравится стиль. Тогда ВЭФ и по тем временам имел нормальный бюджет. был, мы играли европейский кубок, латышский чемпионат и такая тогда была это Балтийская лига. Балтийская лига была такая на, скажем, не так, как сейчас. Я даже не знаю, сейчас она проводится, нет, нет, не проводится. Не, уже проводится, не проводится, нет, нет. Потому что концовка этой Балтийской лиги уже была такая, такие литовские, по крайней мере, клубы, эти слабые там играли. Да и даже как, мы и, не играли, по-моему, Кани да, даже не уже играл. Такая, да. просто такая они выживали. А в то время было на, на такой на волне и мне понравился чемпионаты, в котором играли. Мне вообще нравится скажем, латышские баскетболы, латыши как спортсмены, потому что они упрямые, они злые, они разные, чем литовцы, потому что они созданы для, для спорта, потому что есть характер, характер победителя. И вот эти все качества мне дали такой импульс. Я в то время и был близок к подписанию контракта с ФСПС, ФС это евролиговская команда. Но там что-то нам чуть-чуть не, 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 не сошлось. И тогда Валтерс еще раз позвонил, говорит, мы ждем тебя, приходи. Ну, пришел я не пожалел, потому что начало было такое как бы тяжелое, пока отобрали игроков, не было столько денег, чтобы мы сразу могли бы купить нужного игрока. Я помню, как мы много работали над, искали игроков, брали на так называемые «трай-ауты» по месяцу каких-то, думаю, каких-то пять американцев мы попробовали, пока нашли то, что нам надо. Я думаю, в то время, когда я работал, мы создали очень хороший клуб, хорошо играли, и тогда я не закончил чемпионат, потому что получил предложение из Химок, из команды Евролиги. И спасибо, Эдгар, что ты согласился и прервать этот контракт, потому что был контракт, не закончил чемпионат. Но это был мне такой скачок, уж такой на элитные соревнования, как Евролига. Но команду тогда я подготовил, думаю, что хорошо, потому что После меня пришел Рамунас Бутаутас, э, литовский специалист, и, и Веф тогда выиграл второе место этого же Бибела. Да-да-да, у Ритаса выиграли. Да, у Ритаса выиграли. А, По-моему, там... по нас даже в той игре да. не вышел на поле, настолько такая жесткая и я думаю, что если бы чуть-чуть больше напряглись, я так думаю. Но всегда так тренера думают. Могли и жаль обыграть. Тогда. Да, по-моему, какие-то там. Восемь очков, очков я помню проиграли. Да, я следил, из Москвы следил. И вы выиграли тогда чемпионат. И... в Лазви, да. И... ну одним словом, и я не хочу говорить про то, что я создал команду. Мы создавали все тогда. И Вальтерс, Вальдес работал, и ты сам работал. И я мы работали, отбирали, и вот и тогда и, и Гайли Тисянко был тренером, и Николай Мазурс был тренером, и такой и, и еще был и, такой молодой, и, не знаю, он такой начальник клуба или был и не клуба начальник команды. Эмилс. 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 Эмилс, да. Эмилс. Да, он Да, сейчас вот такая сборная, между прочим да, мини я, я скажу вот из всей моей карьеры мы тогда имели такой став, этот коллектив очень хороший для сознания. вот даже проблема не было в деньгах даже, вот по пониманию, по отбору игроков, и потому что я понял в жизни, что дорогой игрок не всегда хороший игрок. А мы вот по своих возможностях тогда создали очень хорошую команду. И Сандис Валтерс играл, и Яничонокс. И ряд других хороших игроков Я помню, тогда мы Этого белоруса купили Пороховского. Ну, создали хорошую, очень хорошую команду Тейлор был Такой, помню и, Одним словом Работали жестко Сначала было тяжело и Все нервничали и Сначала Такого как-то результата Я помню, мы проиграли Лепаи даже В чемпионате как-то потому что мы там готовились не просто на какую-то игру, а мы готовились на весь сезон. Начало всегда бывает много работали физически, начало всегда было бывает тяжело, а потом все четко уже работали как, как часы. Рамунас Бутаутас вот после меня как раз сказал, говорит, так здесь ничего не надо делать, вот они сами все знают, как часики. Я говорю, да, потому что мы выработку дали хорошую. Но одним словом, я в своей карьере, в тренерской карьере, как бы скажу, что мне было одним из самых приятных клубов, с которым можно было работать. Хорошо работали игроки, там Тяжело, тяжело, но никто не плакал, все боролись. Ну, я рад, что имел такой опыт, вот именно с Вефом в то время работать. А ты как-то думал насчет того, что ты в позитивном смысле, ну, в принципе, по-моему, чисто мое мнение, поменял вообще карьеру Дайриса Бертанса поставив его на первую позицию, потому что до этого он не играл первым, он играл только вторым. Я помню, я помню. Когда... Есть такая легенда, извини, есть такая легенда, что что в принципе ты сделал его ну намного круче, потому что у него этот объем возможностей на поле после этого сезона э, только только ну, рос и он, он был намного намного как, э, ну, лучший игрок, дороже игрок э, э, именно после твоя, твоего решения я помню начало, когда он, он играл в Венспилсе, и нам надо было его забрать. И мы с э, Валдесом Валтерсом, тогда он был ответственный за комплектацию команды в клубе. И тогда мы э, как бы, ну, спорили, не спорили, дискутировали, брать, не брать. И потому что я его э, заметил раньше, пару лет раньше, что такой быстренький. Я там еще, может быть, как Игрок не состоявшийся, но материал был хороший. И вот тогда, после некоторых дискуссий, мы его и сумели подписать. И, конечно, я его видел так, как он был быстрый. У него были чуть-чуть, скажем, проблемы с защитой. Но не потому, что он не хотел. Он просто, не знаю, тут тоже такой есть талант и в защите или ты хороший защитник или плохой ты можешь работать сколько угодно но эти, есть вещи которые ты не можешь выработать и, 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 во время тренировок так у него было чуть-чуть это движение латеральное движение проблема но он был быстрый он занимал эти такие защитные позиции чистые своего бега из, из этой своей резкости а в нападении он был отличный он мог и речка забить он мог и пройти он и неплохо играл пикинг-ролл, умненько. И самое главное, что, как я говорю, он подавался учебе. Он хотел. И иногда говорит, вот, этот тренер того сделал. Если игрок не хочет, ты ничего с ним не сделаешь. Он хотел, он хотел прогрессировать. И я рад, что его карьера так сложилась. Он даже у меня... Да Потом да, в Хинках в ты его взял, взял. Но в химках у него чуть-чуть была проблема с травмами. И уже как бы... Там у него было... Серьез... Сейчас, наверное, у него есть проблемы. Я даже не знаю, потому что я не хочу тут разглашать. Там были у него серьезные проблемы. И в Химок первый сезон он мне дал, что я хотел. Второй уже чуть-чуть был по... Ну, по... Как бы сказать... Из-за травм не мог играть полную силу. А так, я думаю, что, ну, что я скажу, что не от меня зависело, от него я всегда от игрока зависит, хочет он быть баскетболистом или нет. Конечно, эти подсказки, это все, что я ему э, говорил, что я хочу от него. Много работали, я помню, когда он такой даже, как я говорю, чуть не исчез с поверхности земли, потому что от работы сбросил и вес. тогда вот именно в Риге мы работали две тренировки по три часа в день, что тогда было так, как бы и даже сейчас никто столько не работает, сколько мы. но я думаю, что вот в вот этой команде эти, скажем, такие тяжелые тренировки дали, дали свой результат и именно вот Дайрису, я рад за него, за его всю карьеру. Сейчас я смотрю, он в сборной еще был, но просто уже на чемпионате мира не играл из-за каких-то там, наверное, тоже были какие-то. Нет, но... он первый игру сыграл, да, он но во там... второй получил травму, и... да, да, но потом... он там на, на скамейке отработал. Нет, только он, он, он человек с большим сердцем. неважно такой человек даже полезный нас хомейке потому что он я думаю что он даже капитан за сборной был Латві, да, да, да. Да. потому что он чисто такой который игрок которых заведет других поможется с хомейки под с красками сейчас опыта у него очень большой и человек с большой буквы. Никогда не плачет, всегда работает максимум, что он может, больше, чем максимум, что он может. Был очень рад, когда получил твой звонок. И очень приятно здесь быть. У меня очень хорошие воспоминания про Ригу. Ну, Рига для тебя такой, если можно сказать или спросить, такой особенный город, потому что ну, не только этот тренерский период, АСК и потом ВФ, но ты же играл в АСК в Риге, да? Да. Какие в общей это сложности были? я посчитал? И в общей сложности я почти 10 лет жил в своей жизни, С 59 лет я 10 лет прожил в Риге. А ты играл в Риге какие-то, когда? Э -э 85-87. Ну тогда, конечно, АСК и ВЭФ это уже ВЭФ <къех> серьезнее, АСК, АСК на втором месте. Да, да, хотя в первый год АСК тоже играла в высшей лиге, а потом выпала в первую лигу. И мой второй сезон в АСК был уже в первой лиге. А ВФ играл в высшей лиге, и они были там довольно высоко в середине, в середине этой таблицы. Это одно ну, армейское время, да? Да, да. Я был... Студентом первого курса. После первого курса нас забрали всех в армию. В этом году там была война в Афганистане, и брали даже студентов в армию. И я попал в Добеле-2. Оттуда меня пригласили в Ригу через два месяца. И я почти два года жил еще в Риге. И какой тренер тогда был у АСК? Балвачев. Очень уважаю этого человека неузарядная личность, с хорошим пониманием баскетбола и, самое главное, человек был очень приятный. Ну, а скажи, вот, если мы говорим про эти 80 ну, тогда уже, ну, если так честно, э, ну, литовский баскетбол и латвийский баскетбол, это уже все-таки разные уровни. Ну, я вам скажу так, что я очень уважаю латышский баскетбол, и в латышском баскетболе очень красивые традиции, глубокие. И если сравнивать, были упадки в литовском баскетболе, были упадки и в латвийском баскетболе. Но я думаю, что теперешняя сборные Латвии – это один из главных претендентов на медали. И только такая, сказал бы, не совсем умная политика Фибы не разрешала латышам это доказать раньше. И в каком аспекте? Я... Потому что эти окна, в которых не могут играть самые лучшие игроки, это касается не только Латвии, это касается и Литвы, и Сербии, и других стран, и не пробивались финалы, финальные этапы. А в этом чемпионате уже Латвия будет как хозяин. И я надеюсь, что вы соберете самых лучших. И я честно скажу, что, что Латвия один из претендентов на медали. Ну а как ты думаешь, что будет еще до этого? Через год у нас Олимпиада, и у нас, и у вас, ну мы надеемся, квалификации и так далее. Как ты думаешь, как, какие шансы у Латвии и у, и у Литвы? Если собрать всех лучших, я думаю, что достойное место на Олимпиаде и Латвия, и Литва. Но я еще раз скажу, что это фибовская система, она мне, мне лично не нравится. И, может быть, она есть полезная для популярности баскетбола в других странах, но эти сильные баскетбольные страны, им есть тяжело играть в этих окнах, отборочных играх, потому что лучшие игроки играют в Евролиге, лучшие игроки играют в НБА, и они не могут просто участвовать в этих отборочных играх. И потерпела Латвия эту, и, и проблемы у Литвы, проблемы у тех же самых сербов, так что, может быть, для меньших стран, которые не являются баскетбольными странами, эта система и на руку, но только не баскетбольным странам. И в целом баскетбол терпит, потому что зрители не видят самых лучших игроков в этих отборочных играх. Только остается надеяться, что ФИБА как-то как, -то, как -то сделает какие-то поправки, может быть, договорятся с Евролигой и с НБА. Ну, да, с NBA, я думаю, не договорятся, но с Евролигой это было бы, по-моему, и правильно, и очень важно, чтобы этот конфликт или эта конкуренция как-то бы закончилась. Ну, потому что, например, в том же УФА они, они как-то же э, сумели, ну ладно, там УЕФА и э, сама делает, делает Чемпионская лига, но все равно есть возможность окна сделать, ну, хоть в Европе, э, такие, чтобы все сильные могли бы участвовать. Ну, и надо еще не забывать, что сама игра баскетбола и футбола различается. И если футболистам там хватает трех дней до до главных игр баскетбола, так так не годится. Там другая тактика, другая специфика игры. И неподготовленные команды часто проигрывают хорошие команды. Слушай, про период в Химке, <къем> а, ну ты работал много в России. Мы играли с россиянами. Я был в лиге ВТБ. В то время же, ну, мне казалось, что что эти люди баскетбола в России, но ну, они там и демократичные, и смотрят там на 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 Запад почти как и мы. Почему это так, что мы не слил не слышим ни одного голоса серьезного с российского баскетбола, который бы осудил эту войну, которая сейчас идет в Украине? Знаете, я скажу так, где-то с 2014 -го года, наверное, этот курс поменялся, потому что тогда все шло как бы, да, мы были единой целые, скажем, и вот баскетбольная вся семья. Но мне тоже так -то казалось. Да, мы как-то, я участвовал при всех и всех собраниях и ВТБ от, от Химок, и там все было очень демократично, толерантно и смотрели друг друга и что помогли той команде той что поучаствовала пошире это диапазон был и, значит команд что больше стран как-то было очень все шло в гору потом где-то этот курс поменялся и я, не, я одного не понимаю до сих пор, и что это значит что россия сейчас встает с колен они так называют эту всю когда они были на этих коленках было все все со всеми миром дружили все жили вместе и почему там россиянам казалось что они на коленках я, я, я вообще не понимаю этого до сих пор не понимаю а так я думаю что и в россии эти законы жесткие мы здесь можем сказать одно слово, два слова, они не могут сказать против, как есть, да, вот это я думаю их сдерживает у всех семьи у всех дети, ну у большинства, что я знаю и, и все или не, не не сказал бы, что все поддерживают позицию, что сейчас происходит в России, но прималчивает, потому что ну, они смотрят свой, как, вот, такой участок, скажу, свою семью, свою работу, свои эти дела. Я думаю, что это есть... Э, э, Немного людей есть таких независимых, которые могут сказать что-то угодно и уехать за границу, потому что э, на месте там были бы какие-то проблемы. Уехать за границу и оттуда говорить. Немного не таких есть людей, и обычно они послушные граждане Российской Федерации, никуда не деться от этого. А ты общаешься с кем-то из своих да, мы, да, мы общаемся, созваниваемся, у нас есть много тем, и эту тему мы как бы не пытаемся не касаться этой темы. И, ну, круг людей, с которыми я общаюсь, они понимают, что идет, что творится. Обычно не распространяемся, потому что мы можем поговорить, а там с этими людьми сложно говорить. Потому что варварская страна, потому что варварский менталитет, и не только у глубинного народа. Это большинство поддерживает и интеллектуалов. На, на, на пальцах можно сосчитать интеллектуалов, которые высказались против. Это одиночные личности а вся большинство, они поддерживают, они поддерживают, они так и думают. Это гомофобская страна, это шовинистская страна. Они на других народов смотрят высока. Надо вспомнить Советский Союз, мы жили в Советском Союзе. У каждой нации у них есть, как эти клички, да? Литовцы – лабусы, кавказцы – чурки, украинцы – хохлы. Ни на литовском, ни на латышском нету таких прозвищ, да? Почему? Потому что такой народ есть. Такому народу нравится такой президент. Такому народу нравится такая политика. Им кажется нормально. Им кажется, что Украина им принадлежит. Младшие братья их. И войти в другую страну, бомбить города, детей, женщин, вывозить детей. Но это есть варварство. 21 века, варвары 21 века. Ну, мы тогда, ну, условно, я тогда ошибался, не видя это, по-твоему? Я скажу так, я тоже не задумывался в те времена, потому что проект, вот этот проект в лиги, ну, были собраны, ты помнишь, самые лучшие тренера, ты вспомни, кто Конечно. работал, И самые лучшие игроки, условия, они какие большие деньги в это вкладывали. Теперь, теперь. Уже через перспективу времени, когда я думаю, я задумываюсь про это. Я задумался. Теперь я понимаю, что это была то это называемая, как сказать, мягкая сила. Так, как и концерты этих всяких газманов. Но есть, это есть чистая пропаганда. Чистая пропаганда. Но в те времена мы не задумывались про это. Потому что казалось, что Россия идет э, в Европу, что эта страна становится демократической, что люди тянутся к европейским ценностям. Они сейчас про свои скрепы разговаривают. Это скрепы есть. Это какие скрепы? Мусор, кровь. Это скрепы есть. Рамон, в Донецке работал. Ты думаешь про этот город не знаю, там общаешься с своими бывшими коллегами? Общаться не общаюсь, но, конечно, я про это думал, потому что там, ну, там происходит война. Конечно, я задумался. И там жили. Я жил, там и не чувствовалось никакого э, никакого противостояния украинцев и, и, и русских вообще не чувствовалось. Да, там в этом городе все разговаривали, большинство разговаривали на русском. Но там вообще-то была спокойная жизнь. Очень красивый город. Один из самых красивых городов Украины. И там были все, ну, так сказал бы, как по-европейскому. И улицы все, и дома все отремонтировано. Ресторанчики, Irish Pub. Вот я, мой любимый был там в центре, я ходил. Культурный город был. И там не чувствовалось вообще никакого-никакого. Вообще там ничего не было. И... С, с Волховым ты общаешься? Нет, но мы... Я был с Арвидосом у него дома, когда началась эта война. Мы с Арвидосом. Арвидос тоже очень страшно переживает это всю. Это все варварские нападения. И, и, это было в самом начале. Мы с ним сидели у него дома, и Арвидос говорит, давай позвоним Волку, Волчку. И мы позвонили, и Волков был, сидел с автоматом у себя в машине, и в этой форме военной. А его жена в то время делала бутерброды солдатам. Вот вам ответ. А Волков, по-моему, он даже, извини, Саша, может быть я ошибаюсь, но он даже не умеет на украинском разговаривать. Да-да, я знаю, он же был... Но даже он пошел был... защищаться автоматом. Да-да, он даже был в этой партии Же Янукович, по-моему. Да, 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 он был министром спорта во времена Януковича. И даже он пошел защищать. Мой игрок, который у меня играл, мы, когда мы выиграли чемпионат мира э, украинец, он получил литовское гражданство Михаил Анисимов, он да, тоже да, с автоматом да. бегает. 2, 15 человек. Так что эта сплоченность украинцев все и показывает, даже русскоязычного населения. Все это дает ответ русскому миру. Hei, vai zināju, ka virslieta veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā. Kā vienmēr jūtos, kā mājās. Kafija pati ir labākā virslieta, kas dara, tas izdara. Virslieta vienmēr ļoti garšīgs sēdes.

Ну, я не говорю, не хочу говорить там очень националистический, но в принципе, что это был большой рассказ и про Литву. Вот, вот Жаль против там ЦСК, это Литва независимая почти. Да, ну, было это или это уже легенда, которая родилась потом? Я думаю, что мы всегда как бы что такая такая история, да? история так, как ты ее напишешь. И обычно после сколько-то лет, там 10, 20, 30, 50, эту историю переписывает, и тогда она получается вообще там, она искривляется. Если откровенно я скажу, я в те времена тоже такой и занимался политикой, как бы занимался, интересовался политикой, потому что в то время мой отец все время слушал у радио, там она работала, не... ВЕП, между прочим, в 12 было, да, потом в 200 201 по-моему. да. да, да. И там мы, голос Америки по вечерам, там свободная Европа, -ш -ш, там что-то там шипи, там еле слышно, потому что э, Советский Союз пытался эти все волны там прикрыть, чтобы там не было. И я вот, ну, не с детства, сколько я помню себя, мне интересна была политика, и мы этой политикой занимались. Почему я это сейчас с того начинаю? Потому что э, я знал политику. Но, когда мы играли баскетбол это не было то время такая что это чисто политическая э, значит какой-то э, момент потому что мы просто играли мы собрались так получилось что мы играли все литовцы ну в то время не было такой практики что игроки переходили с клуба в клуб я помню только Но только это... в цеsco Ну, в да, потому что по закону забирали в армию, да, я сам служил, в 80-м а, ну, играл в год, да, года, да, года да года потому играл. что я в армию, я, меня отчислили из института, и автоматически я попал в советскую армию, в Ригу, первый год, а второй уже в ЦСКА забрали, с Рижского СК. Ну, и я скажу, тогда мы просто собрались, так получилось, что мы все литовцы, так как... Из клуб клуб игроки не ходили, скажем, ну, в ВЭФ, может быть, пришел Мельник. Нет, Бондаренко. Тут Бондаренко это были такие, я думаю, что первые и единственные переходы. Ну ладно, там, может быть, из российских клубов российские там что-то игроки переходили. А так не было такой практики, иностранцев не было. И мы так вот собрались, такая молодая литовская команда, чисто такая, какого-то национализма. И в плохом э, смысле не было. Ну, Был я думал, так... даже, может быть, в хорошем смысле. Смо... В хорошем, да. Был такой национализм, что мы любим свою страну, мы боремся за нее. У нас это дополнительное дыхание, дополнительные возможности, потому что мы знаем, как всегда, страна, которая защищает себя от кого-то, у нее все время больше и лучше мотивация это сделать. Плюс мы играли против ЦСКА, это сборная чисто сборной, 90% сборной Советского Союза. А мы такой маленький народик, как я говорю, там 3 миллиона людей в Каунасе, 300 тысяч жителей. И вот мы могли предпоставить себя такой маленький народ против такого большого народа, против 200 миллионов человек, которые ЦСКА имела исключительное право по закону, кого хочет забирать лучших игроков, по той или иной причине забирать в армию и поставить играть в СССР не только баскетбол футбол и хоккей ну хоккей ладно там российский он и то по-моему Балдрис сыграл, наверное играл, да. да но вот такая была политика никуда не деться и все люди все люди не только литовцы не только латыши или там эстонцы прибалтийские страны все люди в Советском Союзе приходили и болели за нас они болели за, я думаю, за справедливость, что мы чисто национальная команда, играем против сборной всей России, Российской Федерации, или как назвать, не знаю, ну, Советского Союза, 15 стран было, да, потому что там и узбеки играли, и казахи, там, ну, украинцы. кого могли, кого, кого могли, там, украинцы, там, верно, половина украинцев там было, да. Ну, и это было, а мы, как бы, как игроки, не чувствовали такого, что мы там такие, мы сейчас покажем это политическое событие. Я уже и в литовской прессе давал интервью, и в, по телевидению, что в то время, вот я скажу, почему начал с того, что я политикой занимаюсь, занимался, пока еще никто не читал эти, я следил эти все съезды, я помню, как пришел Горбачев, я следил эти его все речи с утра до вечера, и даже на, на сборах новогорских, когда со сборной Советского Союза, я смотрел, какой тогда был съезд и что он там хочет сказать, потому что он такой был уже прогрессивный. И, но чисто так сказать, что мы чувствовали тогда такую, и, значит, что мы литовцы, и, и эти первые, которые хотим независимости, почему... да, это все сейчас можно сказать, что это, может быть, было... Один вид из этой борьбы, как стать независимым через спор, через культуру, может быть, что у нас было много и, и хороших и киноактеров, если помню, Баньоннес и, и ряд других. И, и вот через это, через культуру, через спор, да, мы дали, давали о себе знать, но что такое чистая была какая-то национальная борьба против советской армии, я бы не сказал. Конечно, в те времена, потому что сейчас, может быть, легче судить, и пройти все дела, а в те времена, да, мы говорили, мы побили советскую армию. Мы так, но я помню, такой был, я, значит, учился в институте, и мы должны были играть с в финал. И я пришел сдавать день перед финальной игрой, и было, помните, такое военное, в институтах, в университетах была военная кафедра. Да. И я пришел, вот как раз там и сидят офицеры, которые должны принять мой там экзамен. И я зашел, и они так говорят, у, -у, -у смотрите, кто к нам пожаловал?» Они такие с формами, там капитаны, там лейтенанты. У, у у у И я как раз зашел в этот кабинет, где они все там в перерыве сидели. Ну вот, мы смотрим, там бегаешь, бегаешь ты против ЦСКА. Вот завтра играйте, кто выиграет? Я говорю, ну кто выиграет ЦСКА, потому что советская армия всех сильней. И один из них говорит, да, вижу, готовился к экзамену, молодец. Так вот это то время так было, мы бы как бы боролись с советской армией, с ЦСКА, со сборной, со сборной Советского Союза. Простые литовцы, кавнаские парни. Ну, пару людей было с периферии. А так, думаю, что три сезона были очень хорошие, которые мы стали чемпионами Советского но, Союза. Но откуда эта сила? Почему это так получилось? Ну, не знаю. В первую очередь мы и собрались, как я говорю, и у нас был ряд и хороших игроков. Модестас Павлаус, с Сергей Сёвоша даже был до нашего прихода. Обычно такие маленькие страны, как Латвия, Литва, Эстония, и бывает один супер игрок, и вокруг не хватает таких игроков, которые были чуть-чуть повыше класса. Они хорошие игроки, но это настолько хорошие, что бороться за первые места. Нам так все совпало, что мы вот в одно время в нужном месте получилось много литовцев. Не один Модестас Павлаускас. И вот мы тогда смогли вырасти как команда потому что у нас было достаточно мастерства, знаете, сам знаешь, это такие маленькие, как бы я говорю, страны маленькие, да, они маленькие, может быть, по, по числу на, населения, но они большие со своим сердцем и любовью в своей стране, знаешь, и это есть основная мотивация, когда ты выходишь на соревнования, у тебя сердце как у большого человека, а амбиции большие, ну, возможности иногда никакие. Тогда я думаю, мы вовремя было 10 игроков, которые были готовы бороться за первые места. Ну, если я тебя так спрошу, ну у тебя ты выиграл Еврокап, значит, и с Ритас, и с Химками. Ну вот сейчас, если ты смотришь, если, ну, есть один, с одной командой дороже этот, эта победа. Ты можешь ну, так сказать? Ну, я с Химками два раза выиграл. Ну, я это знаю. <сих> да, с Химками ты выиграл два Но раза, а с я Ритасом один да, раз. Есть я... разница? Вот, чисто эмоциональная. Я, я думаю так, что с Ритосом мы не были фавориты. Мы а, были окей. средняя команда Еврокубка. И мы сумели выиграть. И вот этот мне дороже из-за того, что мы с маленькой командой сделали очень большое дело. Я говорю не только про и мастерство, но про и зарплаты и все. С химками было по-другому. С химками бюджет был очень большой. Ты можешь купить того-того нужного игрока, и ты там, там зависело больше от комплектации, и каких игроков ты будешь иметь. Не было легко. Мы тот сезон и второй, я думаю, что где-то игр 7-8 выиграли по очку. Но выиграли. А если бы поиграли по этому очку, так, наверное, ничего не достигли бы, да. Но с Химками было легче, потому что там игроки были лучше класса. Они дороже и с опытом хорошие. И американцы были с NBA там, и с ними не было легко, но было легче, чем с Ритасом выиграть этот кубок. Так что с Ритасом мне этот этот кубок такой самый дорогой. У тебя вообще когда-то был, как у, не знаю, пацана вопрос, станешь ли ты баскетболистом или нет? Или это уже было ясно с тех пор, как ты себя знаешь? Ну, когда моя мама ушла в иной мир, я пересматривал ее вещи, там перебирал. я нашел свой школьный тетрадь шестого класса. Значит, мне было сколько? 12, лет. – ну, лет, да. И там было такое сочинение «Кем ты будешь, когда вырастешь?» Я прочитал, я был поражен, что в шестом классе я уже написал всю свою автобиографию вперед. Все-все было написано. Другое дело, может быть, что-то не совсем получилось, может быть, короче, чем я ожидал, чем я планировал, но я уже с детства знал, что я буду играть. Конечно, я хотел быть экстраклассом игроком, но таким не стал, не хватало таланта. Потом я себя видел как детского тренера, который становится тренером Жальгерса, тренером национальной сборной. Потом я писал, что у меня будет там жена, что у меня будет двое детей. Ну, и, короче, все это сбылось. Так что это ответ на твой вопрос. Ну а скажи, ну это сколько это из-за твоего отца? А, ну не знаю, ты, ты чувствовал какое-то давление, ну не такое физическое давление, что вот мой сын должен быть, но вот что вот это из семьи исходило, потому что ну твой отец это, ну великий и баскетболист, и, и, и тренер. А, вернее, и не только отец, и не, тол и не только отец, моя мама тоже была игроком сборной Литвы. Она Тренер Шаруна Самарчленеса, который первый играл из литовцев в NBA. И моя сестра тоже игрок сборной, была игрок сборной Литвы. Так что я родился в такой семье, где от, с утра до вечера были разговоры только про баскетбол. И просто люди были разные у нас дома. И, и, и с баскетбольного мира я имею в виду. Так что я с детства это слышал, и это есть совсем нормально, и можно понять, почему у меня не было вообще других мыслей. Теперь, когда я уже под 60, я начинаю задумываться, а если бы я, например, родился в семье нормальной, в кавычках, нормальной семье, я не знаю, я, наверное, был бы архитектором. А поскольку я родился в баскетбольной семье, у меня все крутилось вокруг баскетбола, и у меня вообще не было ни других мыслей, ни других, каких-то ну, планов. А как ты вообще попал в баскетбол? Вот я с Рамонусом общался, но ну, у него все ясно. Он говорит: ну, Эдгарс, ну, Там у меня ну, же него... семья да, вообще без да. вариантов: сестра, мама, ну, отец, вообще, он говорит: ну, какие варианты? Вообще нет вариантов. А, как ты попал? Ну, я очень хотел. Мы как бы как и все, наверное, сейчас, потому что это и попроще, все дети играют в футбол, правильно? Потому что у меня есть пять внуков, но два внука, которые играют в баскетбол, но они, им поближе футбол. Если есть свободное время, они играют в футбол. Но когда я говорю, давайте, идете на тренировки баскетбола, они идут на эти тренировки. А, так в то время... Ну, в первую очередь был Жальгериска у нас. Тогда мы уже все родились, дети уже все знали, что такое Жальгериска у нас. Да, они не были на первых там местах, они там, помню, седьмые, девятые, потом один год еле не выпали И во вторую лигу, там такие были. но там середнячки такие были. Но мы все дети росли как баскетболисты. Мы, я помню, когда мы во дворе поставили, сами соорудили баскетбольное кольцо, я помню, как мы срубили дерево из этих досок сделали щит и при, первое, что мы прикололи, потому что не было э, этого э, кольца, так у, а мы, когда я за городом рос, мы все время э, э, на, на зиму солили огурцы и капусту в таких деревянных бочках. Сейчас, наверное, таких даже нету. Они всегда были, чтобы эти деревянные бочки чтобы держались, они были такие вокруг шли железные э, 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 <связать> да, бы, понимаю, такие да. кольца. Да, кольца, да. Так мы взяли вот это одно кольцо и прикололи к этим доскам дети, поставили этот кол, который срубили э, в лесу. И вот это наша первая была как бы баскетбольный щит, вот этот, что мы начали. Ну и как в Каунасе все, но ну, в Литве. Баскетбол, баскетбол. Но, в принципе, я хотел играть в футбол, потому что там в моей школе был стадион и там тренировались футбол, ну играли в футбол, не знаю как там профессионально тренировались, но дети но В Каунасе тоже была команда, потому что я помню, что в Вильнюсе был не, жаль, в Вильнюсе, жаль, Вильнюсе был да, жаль, но, но в. Школы Они же были... тоже по-моему, высшей лиги играли. Да, играли хорошо играли. Да? Хорошо. И одно время, по-моему, третье место. Третье даже место занимали, да, да, да. А, так они все время там но тоже было выбывали в первую лигу потом возвращались эту высшую лигу но я был один сезон когда ся, отцом ездил и я просмотрел все игры вильнюса и нас ездил на соедин чтобы смотреть потому что я люблю сейчас люблю очень чемпионат мира по футболу мне первый спорт мир и Но, но хороший футбол, я не говорю про это, местные лиги, а этот чемпионат мира мне, мне на первой очереди. Ну, я хотел бы стать футболистом, потом мне очень нравился настольный теннис. А, тоже мне и в школе была секция настольного тенниса, я даже там пошел, начало какое-то делал, а потом брат мой, не знаю, как попал, он на два года старше меня, он был, уже тренировался в баскетбол. Ну и я не знаю, мне было 10 лет, и он меня привел на тренировку. Как он меня привел? Или я просился, и он просто привел, не знаю. Десять ну, лет тебе да, уже было? Да, десять лет был. И тогда я вот пошел и, сначала такой на, и, и, скажем, районная такая школа районная, и после пару лет я вырос как в этой команде дискский был лучшим игроком там забивал больше всех и как бы был лидером и тогда меня забрали уже в школу профессиональную эту детскую спортивную школу города хаунаса как перспективного районного такого игрока а так я не могу сказать что я хотел что, мой брат захотел или мы родителям вообще не работали с утра до вечера на фабрике там не было когда заниматься им только было и хорошо что мы заняты и не, не шляемся по улицам а я рос в таком загородном районе где там половина были такие закончили в тюрьме половина нету среди живых и вот такие некоторые вот мы выросли и стали кем мы стали потому что такой район был непростой. Ну, и родители были рады, что я занятой, что мой брат занятой, что мы не шляемся на этих улицах, как другие там дети. И вот понемножку про какое-то будущее, про какое-то Олимпиады. Вообще в то время никто, никто не, не думал. думал. Мы просто работали, играли. Мне нравилась эта игра. Я ходил. Мне было сложно только на тренировки ездить, потому что и в то... Время автобусы там ходили нечасто, троллейбусов Мне вообще. Я за городом жил, мне на тренировку надо ехать было где-то два часа из тренировки два часа. И вот так весь день, как в этом возрасте, когда все на лыжах, тогда же зимы были хорошие на лыжах играет в хоккей на. Я такое озеро у нас было, мы всегда чистили ворота, делали там все время в хоккей играли, все дети вот занимались этими лыжи. И Потому что как за городом, так все, мы там, и у нас и холмы, едят, и с гор спускаться, все отлично. А я должен в то время был ходить и ехать на эти на, тренировки. И, ехать на автобусе, да, то, да. и Мои все там в то время, вот, вот тот район, в котором я рос, там этих детей было, ну, 20, может быть, ровесников. Одним словом, все было, чтобы играть во дворе. Но как-то так получилось. Чуть-чуть отец мой был, был такой непрофессиональный, но спортсмен там за завод выступал в футболе, там какие-то кроссы, он такой был... Ну, как в то время все, все были, занимались каким-то спортом, и не одним спор, видом спорта, но не настолько профессионально, как сейчас, так он такой был спортивный активист, и как-то меня все время подталкивал, что мне надо, надо заниматься, ну и вот и он был прав. Про твоего отца чуть-чуть. Он стал главным тренером сборной СССР по женскому баскетболу. Ну, то, что я как-то, я всегда знал, что он был, но когда я вот готовился к этому интервью, я понял, он же ненормально молодой. Да. У него 30... Там... 31 год был. А как это? Притом, если я не ошибаюсь, он же был еще таким фактически националистом. Ну, сколько в то время вообще могли быть националистами? А как и, это? И, он, и его позвали как вторым сначала. И там увидели его способности, что он может быть первым. Его просто, как в те времена, было принято. Его, при, его вызвали соответствующие органы и сказали, что если ты хочешь стать главным тренером сборной Союза, ты должен поступить в партию. И он отказался. Его начали там, как сказать, с другой стороны заходить. Его вызвал ректор э, политехнического института, где мой отец работал преподавателем физкультуры после после карьеры, и профессор Баршавский. Ему просто сказал прямо: "Ты думаешь, что я коммунист?" Но ты хотел бы лучше, чтобы я отказался, и на мое место привезли бы русского? говорите ты то же самое. Поступай в эту партию, будешь ездить по миру и всем рассказывать, что ты литовец, что нас оккупировали. И мой отец после этого разговора согласился и поступил в партию, и его назначили первым тренером. Ну и его карьера была процветающая. И он по моему соображению, рано кончил. Он кончил тогда, когда Уля пришла. Нет, раньше. Чуть-чуть он... раньше... раньше. А, а почему, вот, вот это у меня вопрос, почему он на 64-м уходит с поста? Потому что, если я не ошибаюсь, там уже нет проигрыша. Да, они все он выигрывают. Выигрывает. 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 Но я знаю эту историю, я с отцом разговаривал. Теперь, когда мне 60-ник уже стучится, я понимаю, что это было сделано специально. Там что я сам работал эту работу, я знаю, когда тебе за спиной стоят с косами. Я это чувство очень хорошо знаю. И, наверное, ВЭФ был единственная команда, где я этого не чувствовал. А это есть везде, во всех странах, во всех командах. И отцу, на это место отца было много желающих. И, конечно, там всякие интрижки были. А мой отец был очень принципиальный, очень такой, как сказать, резкий, и резкий в решениях, и мог кого, не, кого хочешь послать на три буквы. Там, не знаю, секретаря партии мог в лицо ему сказать. И его просто, теперь я понимаю, его просто вы спровоцировали. И, и сразу скажу, мой отец никогда не считал денег, и ему деньги были вообще бумажки, деньги были бумажки. Но он очень обиделся, когда премию за чем выигрышный чемпионат ему дали такую же сумму, как и 12 игроку. Самому. И он это воспринял как, как э обиду. Обиделся. Просто как, не, как это слово неуважение. И он сам ушел. Так вот было. Это я очень хорошо знаю. Я это с ним самим обсуждал. Только я теперь понимаю, что его спровоцировали сто процентов. Ну и после этого, после ухода, он что он делал до периода Кубы? Он работал в политехническом институте. Он тренировал женскую команду, мужскую команду, и его на Кубу ему его пригласили как женского тренера. В Кубу? Да. И когда мы прилетели, ему там дали, там поменяли предложение взять мужскую команду. Одно и там вы живете всей семьей? Да, только моя сестра не поехала. Втроем мы были: папа, мама и я. Я был маленький еще. Ну, Фиделя встретили? Да. А сколько? Что, что ты помнишь вообще с этого периода? У тебя сколько тогда там шесть? Поразительно, что я помню очень много. Я когда говорил своим родителям, что я помню, они вообще были в недоумении. Я помню все. У меня есть картинки перед глазами, я запах чувствую. Я сигаре, чувствую... сигаре, запах. Да, да. И, я помню запах бороды Фиделя. Фидель играл с моим отцом каждую вторую неделю, по воскресеньям играл в баскетбол, они там собирались. А Фидель любил баскетбол? Очень, да? он любил бейсбол и баскетбол. И он один, одно воскресенье играл бейсбол, другое – баскетбол. И после этого они все приезжали к нам домой. Там с этой большой охраной, с солдатами. Я маленький был, мне очень нравились эти солдаты. Они мне там оружие свое давали. Я на коленях у Фиделя сидел. Ну и там этот период, какие-то два года, и потом еще через год да, опять э, отец едет туда. Моя сестра не могла поехать с нами, потому что там школа была на русском языке и только до шестого класса. И потому отец не хотел оставить сестру в Литве одну, и потому мы вернулись. а Он там ездил, там, ну, теперь я не скажу, там по пару не месяцев возвращался, опять летал. Ну скажи, твой отец вообще как тренер, вот, ну сейчас уже со своим опытом тренера и зная многих тренеров, он был какой тренер? Больше как диспот или такой демократ? Нет, нет. Однозначно. Деспот? Да, однозначно. А как ты себя оцениваешь в роли тренера? М -м -м, вначале я, наверное, его копировал. А потом я старался найти серединку. Серединку между диктатором и демократом. Ну, э, мы можем зрителям сейчас уже сказать, что э, латвийский режиссер Дзинтерс Дрейберг сделает фильм про ТТТ, про Улю, про этот женский баскетбольный период. Э, э, ну, я хочу сказать как-то больше, может быть, даже латышки, да, союзного уровня но все-таки і ты там будешь играть ты там будешь играть с своегого отца тэпа бутатаса да, позвонил мне с таким предложением і я попросил пару дней подумать потому что ну как сказать, Но ну, в этом сочинении, что я, мам, моя мама сохраняла, сохранила, не было написано, что я стану в 60 лет Брэдом Питом, там не было этой строчки, и поэтому мне надо было осмыслить это решение. Я посоветовал за своим лучшим другом, и он меня поддержал, сказал, не будь дураком, иди. И... и я тогда позвонил Зинтерсу, сказал, что я согласен. как мне сказал мой друг, говорит, ну кто лучше тебя сыграет, твоего отца? Ну да. А когда у вас начинаются съемки? В начале декабря, 2 3 Тогда ты будешь опять в Риге? Да. Это хорошая новость. Ну, желаю удачи. Дзинтерс, по-моему, очень хороший режиссер. Ты же помнишь. Конечно, Он делал документальный фильм про ВЭФ, по-моему, выдающийся там. Не знаю, помнишь ли ты, но мы там ну, не знаю, 5-6 номинаций получили на главный конечно, приз. Помню, конечно, на главный помню. приз документальных фильмов в Латвии. И он работал на счет этой Dream Team 1935 -го года, как ассистент главного режиссера. Так что у него большой опыт. И я думаю, что это будет интересный фильм. Между прочим, парень, который будет играть Улю в этом фильме, да, он тоже без того, что, по-моему, выдающийся молодой актер, он большой фанат баскетбола, да, и, и так что я думаю, что там у вас получится все хорошо. Я даже не сомневаюсь. Самое главное, чтобы я там не испортил ничего. Да, ладно. Слушай, а парик уже примерил? Еще нет. Еще нет. Ну, а слушай, если из всех твоих трофей, медалей и так далее, ты мог бы выиграть только одну, которая бы это была. И, имеешь в виду, какая самая дорогая или что? Самая дорогая, особенная. Ну, есть тут два момента. Как игрока которых... и как тренера. Да, все но вместе. есть. Я скажу два момента: как так однозначно нету, как и радуга, нету, что она черная или белая. Нет? Есть семь этих окрасок. Может быть, сейчас кто-то говорил девять уже, не знаю даже. Но тут тоже нету так все однозначно. И Олимпийское золото. Это, это 80. Да, да, но это в составе сборной Советского Союза. Но это самое высшее достижение, что ты можешь в спорте достичь. Да? Это мне очень дорого. Потом у нас уже появилась возможность представлять литовскую сборную на Олимпийских играх 92 второй год Барселона. Мы там выиграли бронзу, но мы выиграли уже как независимая Литва. Как уже не сборная Советского Союза? И опять против сборной Советского Союза за третье да, место. Да. да, Но это тогда не. Ну СНГ, не как свидания, да. СНГ. Но не важно. И важно то, что если мы берем команду сборной Советского Союза, так она создается с 200 миллион человек, которые на то время имела. имела Советский Союз из 15 стран, да. Там были все лучшие собраны. Тогда мы, когда ставим литовскую сборную, мы с трех миллионов, три с половиной миллиона, мы собрали сборную и стали третьими в мире на Олимпиаде. Это, я скажу, мне очень дорогая, дорогое золото значит, со Советским Союзом, со сборной Советского Союза. Но мне, так скажу, на одной партии, или может даже на одной полке даже выше стоит бронза 92 -го года, хотя я еще бронзу выиграл и в 96-м, но это уже был такой, такой. но 92-й год это было что-то такое невероятное. Мы после стольких лет имели возможность представлять Литву как Литву на Олимпийских играх. И мы такие были, как бы я говорю, пионеры, которые мы не знали ни своей способностей ладно мы там играли четвером сборной советского союза там хомичус я и, сабас и марчленыс и, и, и выше все время был на подходе тогда на эти олимпийские игры он не ехал но мы как бы знали свою силу как Сборная Советского Союза у нас были хорошие помощники, ну, помощники-партнеры Тараканов, Волхов, там и ряд других хороших игроков Мигленек, тот же Мигленек, да. И, и мы тогда вот Валдес Валтер сыграл. Мы знали эту силу сборной Советского Союза, но какие мы вот одни только литовцы, какие мы будем? Мы никто в втором году не знал, и мы вышли и показали, выиграв «Бронзу», что мы третье в мире, когда на земле... Да, когда на земле... Все и на земле 7 миллиардов людей, и мы третья команда в мире на Олимпийских играх. Это, я думаю, что это очень большое достижение, и эта награда мне очень дорога. Нет, это, не, это вообще не, ну, невероятное достижение. Я просто помню себя, мне было 13 лет. Ну, ты веришь, не веришь? Ну, я всех, кого знал, все в Латвии болели за вас. Конечно, был этот момент и за Ватри и Мигелникса, да, ну, такой эмоционально неприятный, что они сыграли за СНГ, ну все так болели за Литву. Ну, Но... ну как сейчас все литовцы болеют за хоккей Латвии. Вот сейчас в Литве кто кто, кто смотрит хоккей, а все вы смотрите за Латвию. хоккей? Конечно. Нет, только у нас телевидение есть. Это такой спектр как бы большой, широкий да, да, да. спорта. Я смотрю все все матчи. Spēlēt daudz. Lūk, kā viss ir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tas spēlē, jo līnijas un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gada no gada, lai slīpētu katru simbolu, jāsaprotu monētas. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Miklējot, kāpēc tālākai monētai, aptvērsim pāri to trījuskypju periodam ASKLE. Можно ли так сказать, что вот этот рижский период, сначала я АСК, потом ВЭФ, был для тебя как тренера таким, как, ну, условно, трамплином в куда-то больше или дальше? Безусловно. Безусловно, это был трамплином. Ну, что называть трамплином? Ну, я не думаю, что моя карьера, честно я говорю, я не думаю, что моя карьера какая-то особенная, и я там что-то там достиг. Я рос в семье звезд, Мои родители были звезды. И я далеко. Я видел, что есть настоящая звезда. И я никогда не. Я даже не приблизился к ним. Я своим студентам говорю, что я по сравнению с моим отцом гном вот такой, вот такой величины. Так что я не считаю, что я там что-то достиг и что-то там выиграл. И я скажу откровенно, что я даже был очень. Э... Черт, сюрприз. Удивлен. удивлен. Я был очень удивлен, когда меня выбрали в сотку этих, ну, выдающихся баскетбольных личностей. В сто. Маму мою, моего отца, и я там оказался. И я даже думал, что я как-то там попал в эту сотку, ну, как и... Ну, ни при чем я там. Что были люди, которые были более достойны этим. С другой стороны, мне оказаться э, три фамилии Бутовтас, но это, это, это честь. красиво. Это честь. Есть вообще кто-то еще, какая-то семья еще? <сёк _> а -а -а -а. Боюсь ошибиться, но, по-моему, нет. А скажи, ну ладно, это, конечно, такой с моей стороны немножко, может быть, неправильный вопрос, но ну, я все-таки спрошу, а тебе ближе какой период а, как тренера, АСК или, или ВЭФа? ВФ, однозначно ВФ. Почему? Если бы был бы моложе на 15 лет, я бы остро ответил бы на этот вопрос. Но теперь я бы сделался более толерантным. И я, может быть, отвечу по-другому. Людские отношения были совсем другие. Отношение ко мне было другое. Это вообще две разные две разные команды, вообще разные команды. Хотя мы с ВСК здорово играли мы, отняли это чемпионское звание у, у, у Венспилса. и и мы, мы команду хорошую набрали и там мы могли пойти очень высоко, если не этот банкрот. И между прочим мы с тобой ведь познакомились. Да, да, конечно. Я очень хорошо помню, мы здесь на Рядом, на да, барусе познакомились, да. И, и все кончилось так, как кончилось. После боя кулаками не машут и я тут не буду в эти подробности уклад... вкладываться. Но когда ты мне позвонил и предложил тренировать в ВФ, так я... У меня не было сомнения, ехать или нет. Это очень хорошо, я помню твой звонок. Это было в марте, по-моему. Да, да. Так сложилось. Я помню, я тебе позвонил за, за 4 месяца до этого. Еще не на счет, там, там тренерства у нас Римас был тренером, и мы там, мы там у нас такой, э, в принципе, очень важный сезон это был. Ну, ты же знаешь, мы потом первый раз выиграли. Я помню, я, я просто с тобой не говорил какие-то там пару лет. Я вот как-то в декабре я помню я ехал, я ехал к родителям, э, по-моему, на Рождество. Я вот как-то хотел тебе позвонить. И как-то совпало, что потом через три месяца звонил опять. А до этого по 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 полтора-два года мы вообще не говорили. Но насчет этого, насчет ВЭФа, я всегда тебе хотел спросить, как-то до, до, до этого не, не получалось. А ты когда-то, честно, жалел, что в тринадцатом году ты не пошел в Билбао? Нет. Но у тебя же было предложение. У меня было не в Билбао. В у меня позже, по-моему, было. Не нет. 13 я, после нет, этого, после этого было... нашего сезона, когда мы проиграли эту игру... И, э знаешь, э это не, не совсем некорректно упоминать команды, от которых я отказался. Знаешь, но но это я про спросил. просто некорректно. Но я не буду говорить, название там была другая команда, турецкая команда была. У меня был контракт. да. Но, но я тебе дал слово... Помнишь ли помню, ты очень после жил. сезона мне сказал, остаешься или нет? Слово, слово. Я дал тебе слово, и я отказался от этого от этого предложения в Турцию ехать. Да, это было так. Сожалею я. Нет, не сожалею вообще. Я ничего в своей жизни не сожалею. Я сделал много ошибок. Много ошибок. Я сделал много ошибок как простой человек, как, как простой обыватель. Я сделал много ошибок как тренер. Но это и есть моя жизнь. С этого складывается моя жизнь. И я не жалею. Я не жалею. Я жалею с другого, что этот последний сезон был такой неудачный в эфире. Вот этого я жалею. Я помню, как это все складывалось, и я думаю, знаю причины, но, 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 но очень жалко. Очень жалко. Этого сезона очень жалко. Почему, по-твоему, не получился у нас этот сезон 13-14 года? Ну, не знаю, надо ли про это говорить. Я скажу так, что было, коротко отвечу, очень поздняя комплектировка была. Ты, наверное, помнишь, как Я там помню, это да. все проходило. Я помню, мы да. ждали латышских игроков, которые нас держали за яйца, потому что они искали зарубежных контрактов и нас оставляли, как сказать, как это сказать? Вариант Б. Да, да, да. Мы как эти ждали, ждали, их ждали, ждали. И потом игроков раскупили, и мы в очень. Поспешно, поспешно, вот это слово русское. Поспешно мы там купили кого купили и такой этот сезон получился. И очень жалко, что не смогли удержать эту команду, которую мы до этого сезона имели. Если бы нам удалось эту команду удержать, у нас была отличная команда. Но Роланд, по-моему, в эфесе играл свой сезон карьеры. Может Наверное. быть, ну, ну так, по спортивному. Он, он, между прочим, это и даже публично говорил. Да, да, да. И он не один раз это я читал сам. Он теперь играет, знаешь, он, он еще в играет. В Нет, Польшу? он играет во Франции. А сейчас во Франции, но он в Польше тоже играет. Да, да. Но я видел его и одну игру, знаешь, он играет как 20-летний. Тело, все, скорость, все это все осталось у него. Ну, крутой парень. Да, да. Он да. Парень. И как личность был. Очень приятная личность. Слушай, если немножко отпрыгнуть обратно насчет этого периода в Жальгарисе, я никогда не понял, что там случилось. Четыре месяца ты там был с декабря по март. Сам ушел, сколько помню, или публично. Что там случилось? Ну что что, но там был конфликт с этим. С собственником. С собственником, да, собственником. Ну и он там после игры, мы проиграли слабой команде. После этой игры он уволил Паулюса Мутяюнаса и Бразиса. Ну, я пришел, говорю, дай ты мне эту бумагу, я подписываю, ухожу вместе с ними. Так все это было, там он пытался меня отговорить, я не пустился, никакие разговоры, и... Как говорится, махнул рукой и ушел. Ну, у него личность. Я никогда не говорю плохо, не буду говорить плохо против Романова. Если он бы сидел на твоем месте, я ему бы сказал, мне не нравится этот, ты такой, это, ты это плохо сделал. Ну, а поскольку он где-то в России прячется, я не буду на него наговаривать. Ну, про него, конечно, тоже фильм могли бы снять. — Ну да. — Да. Я просто читал про, про это, э, ну, у нас был, была такая большая статья пару лет назад, по-моему, два-три года назад, про его этот, э, э, ну, это, я не понимаю, бизнес или, 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 или хобби э, в Шотландии с этим футболом. Это же вообще! Это же вообще! А сейчас он на какой-то подлодке живет в России. Я что-то читал такое. — Я знаю, что он еще тогда, в те времена он купил Часть подводной лодки, в которой служил. Ну да. Я что-то читал, что он да. даже там живет сейчас. Ну, я не знаю, живет ли или нет, но, но это факт. Он мне сам это говорил. А ты когда, работ... когда еще играл как, как игрок в Жальгорисе сборной Литвы, ты уже тогда знал, что после карьеры игрока будешь работать тренером? Это все время было с тобой? Ну, не, я так. И, и, не знаю, иногда много вещей мы делаем несознательно, так скажу, не? потому что я тогда, когда играл в Мадридском Реале, сборной Литвы, я все время записывал все комбинации, что тренера давал, и у меня, когда Но я закончил... Значит... Да, значит, было, наверное, потому что я, когда закончил, я даже, когда закончил университет в спортивной Литве, и такую мы выпустили с ректором Станиславом Стонкосом такую методическую книжку про сборную Литвы, я сейчас не помню, какая там тема была. Моя тема была диплом, дипломной работы, что быстрый отрыв защиты и быстрый отрыв литовской сборной, потому что я набирал mm -hmm. этот весь материал, что мы играли, все собрал и с этого написал свою, не знаю, как по-русски Диссерт, ну, диссертацию. А Потом мы из этого материала выпустили методичную это методичная книга для методичку для методичку для которой учится после после нас так что я думаю что это было как бы подсознание но не было как бы я готовился быть тренером потому что я когда закончил баскетбол я работал министром спорта пять лет в Литве Литвы и тогда помню премьер-министр приехал Криштопанс мы и тогда Приняли его в Литве. И вот В то время я, я работал четыре с половиной года. А потом только уже, когда закончил эту... Как бы я считал, что я должен Литве что-то вернуть, потому что Литва сделала из меня баскетболиста. Я, играя за границей, заработал денег, имя. И я должен вернуть что-то Литве. И я тогда выбрал не то, что работать тренером, опять под себя а я выбрал, что буду работать министром спорта, потому что мне предложил тогда тогдашний мини премьер-министр Гединилас Вагнулюс. Он набирал такую молодую и свою правительство молодое. И вот я попал одним из таких молодых, только что начинавших, что я говорю, я не очень-то и разбираюсь, про что речь. Он говорит, а никто. Че, Никто он не, не родился, да, они говорит, мы придем и по-новому все начнем. Мы видим этот хороший опыт, скажем, эстонцев с 90-го года, когда они все молодые, новые пришли, и по новому пути все. Вот то хотел сделать День Манс И я попал под эту его команду, я рад, я рад, что отработал. Я не заработал денег, потому что если ты не крадешь и не делаешь никаких дел, ты денег министром не заработаешь. И, ну, я имею в виду по сравнению то, что я зарабатывал как баскетболист. Я эти все деньги, которые заработал на баскетболе, я почти все за эти 4 года, 4,5 года потратил, работая министром, потому что зарплата, что там дает, мне только один ужин выходит с друзьями, а месячная зарплата, а так как я привык жить, так что я после... Работы в правительстве, уехал работать в Киев, а потом Баку в Баку. Да. Слушай, ты смотрел Кубок Мира в этом году? Конечно. Ну ладно, смотрел, это ясно, что смотрел. Латвийскую сборную смотрел? Я не то, что смотрел. Я разбирал эту игру и показывал своим студентам. И конкретно защиту, защитную тактику банки. Я своих студентов ну и на, на примере латышского латышской сборной я учу своих студентов. Между прочим, я тебе один рассказ э -э расскажу. В том сезоне, когда ты к нам при -э пришел в конце сезона <кхм> в одиннадцатом, начинал сезон твой друг Римас. И, ну, там большой ажиотаж. Римас Вев взял, потому что Вев тоже чемпионом не был перед этим сезоном, да. И Римас пришел, он же там только полтора года назад выиграл кубок. И, ну, вообще, ну, ажиотаж огромный. И там готовится, и команда. И первая игра, мы играем с Валмерой. И чуть-чуть выигрываем, там, я не помню, по-моему, 46-42, что-то такое, вообще 50 очков не достали. Ну и там, конечно, журналисты после игры, там, на Римаса, ну вот как, тренер, вы считаете, что это вообще за игра и так далее, и Римас, ну, может быть, не дословно, но, в принципе, идея была такая. Он сказал, эм, баскетбол начинается с зашиты. Мы пропустили там 42-44 э, очка Литовцы это уже давно поняли, вот и что-то достигли. Когда и здесь поймут, тоже что-то достигнем. Это в контексте защиты банки. Мне вообще нравилась сама система. Это есть... Я не открою Америку, сказав, что у каждого тренера есть своя философия игры. И моя философия игры в защите очень похожа на банки. И надо до отдать должное игрокам, потому что ты как тренер можешь придумать там черт знает что. Там может быть там я не знаю марсианский баскетбол. Но нужны вот тебе игроки, солдаты, которые это выполнят. И с какой самоотверженностью Латыши играли в защите. И... Тогда работает система, когда когда игрок все отдает из, из себя, тогда это дает, как говорится, результат. И мне очень нравилось, как они защищались. Больше всего, наверное, мне нравилось. Сербская защита была очень хорошая, но они защищались во многом, во многом. Я подчеркиваю во многом, потому что у них физические возможности такие. Они все высокие, все большие с большими руками и так дальше и так дальше. И, а латыши, ну как, ну, они такие, не было столько атлетизма. Плюс, когда выяснилось, что вы потеряли своего самого главного игрока, все думали, группа какая была, какая группа была, самая ну, была смерти. сильная группа. В принципе, две группы смерти да, у нас да, получились. Да. И очень мало не хватило, что, э, чтобы Латвия играла в четверке. Я очень болел. Я помню этот последний бросок. И там времени было нормально сделать нормальный бросок. Ну ладно, я тебе тогда спрошу. А надо было Бертансу бросать или надо было Жагарсу отдать? А пусть на меня сердится Давис, но не надо было. Не надо было? Не надо. А надо было, когда перехват сделал, сразу отдать маленькому. И там уже маленький пусть решает. Ну ладно, а латвийская сборная тебя удивила? Ну как? Я скажу откровенно, я знал потен потенциальные возможности Латвии. Я знал. Потому что я игроков знаю, я знаю менталитет. Ну, я все-таки немало здесь проработал. Но, наверное, на меня, как и на всех, очень подействовало то, что Порзигис не будет играть. Но как команда перестроилась, играть без него это большое, большая заслуга тренера. Большая заслуга. А заслуга игроков в том, что они не опустили руки, а на них это подействовало, как, как сказать, но возбудило это их еще больше. Ну, а может быть здесь и плюс это, этому Фибовскому подходу, скажем так, потому что в принципе в квалификации, если не ошибаюсь, Порзиндис играл две игры только. Ну что я хочу сказать, что команда, в принципе выиграла квалификацию, ну, в, во многом, без Порзиндиса. И она была готова без него играть. Здесь может быть и плюс, что, что, что не играет там 8 игроков, а как латвийская сборная за квалификацию, если я не ошибаюсь, сыграли за всю квалификацию 28 игроков. Ну, за, да, за все да, эти да. игры полтора года. Может быть, здесь есть какой-то плюс? Ну, например, если, если брать пример, например, литовскую сборную, да, так у нас получается так, что меньше, очень мало игроков, которые играли в отборочных играх, попадают в финальную игру. Те выводят команду, те игроки выводят команду в финал, а в финале играет уже другая команда. Так что я все-таки остаюсь при своем... Мнение, что что здесь надо делать изменения, чтобы лучшие игроки каждой страны играли во всех играх. Ну и, конечно, я еще добавлю, что я не одобряю натурализированных игроков. И для этого есть кубки, кубковые эти все чемпионаты. Евролига и другие кубки, где не, нет границ, где нет национальности и так далее. А если мы называем это чемпионат национальных сборных, пусть и играют в каждой стране эти, той же национальности, это мое мнение. Я думаю, что я не вижу никаких возможностей, чтобы в Литве, например, играл чернокожий американец. Я не вижу таких. Но хоть бы в ближайшее время. Слушай, про Литву. Как ты оцениваешь этот новый проект суперклуба третьего э вильнюсского? Конечно, я оцениваю положительно, потому что появление такого клуба усиляет, усиляет лигу. Больше изнурительных, и, как сказать, не изнурительных, наверное, не то слово употреблю, Больше таких, как сказать, ключевых игр, больше конкуренция. А это всегда, конкуренция всегда дает качество. И дай бог, чтобы было как можно больше таких команд. Ну, у них, ну ладно, они не просто команда, а у них амбиции там, в принципе, э, изменить эту, этот ваш большой тандем. Удастся у них? Но у меня есть свое мнение, и, и, что амбиции это есть очень хорошо. Например, я, когда ты меня позвал тренировать в «Эф», я знаю, какие у тебя были амбиции и у а какие были амбиции, и на меня это действовало как, но ну, как сказать, как красная тряпка на бык. Мне это очень нравилось. Клуб, который восстал из пепла, а на самом деле с нуля. И за такое короткое время сделал такой, такой прогресс и очутился, обыгрывал самые знаменитые европейские команды. Мне такие проекты очень нравятся. С другой стороны, что, может быть, некоторые высказывания этого клуба слишком оптимистичные во времени. Если бы мне было 35 лет, я бы этого не сказал. Но по своему горькому опыту я знаю, что ну, не так все быстро все делается. Но что есть амбиции, что есть такие планы, и что там есть, как говорится, в следующем году будем играть в Евролиге. Классно, супер. Супер. Без этого не будет, как сказать, прогресса. Помню первую игру, которую ты провел как тренер. Ну, первую официальную игру уже в чемпионате, которую ты провел как тренер «Вэфа». Мы выиграли чуть-чуть в Алмеру. Там ни одна из команд не забила больше 50. По-моему, там 46-42, что-то такое. И тебе журналистам спрашивают, ну, тренер, как вы, довольны? Ну, что, потому что вообще какие-то ожидания, «Куртынайт», «СВФ» и там, и там 46-42, что-то такое. И ты помнишь, что ты сказал на этом интервью? Да, я помню. Ты сказал, ну, примерно следующее. Ну, нужно понять, что баскетбол начинается зашит. Литовцы это какое-то время назад поняли, ну, вот и что-то достигли. Ну, вот это нужно понять и, и латышам. Сейчас, вот, на этом чемпионате мира, где латвийская, латвийская сборная играла, ну, поняли, наконец? Играли здорово, скажу. Я смотрел и отборочный чемпионаты мира. И когда у меня есть все телевидения, там много спорта. я латышей всегда смотрю, мне интересно. И вот этот прогресс, даже если даже без ведущих игроков, без позингиса, не, они все равно играли. Хороший стиль. Скажу, ну, скажем так, что Банчи дал свое, свой вклад как тренер и в сборную, так как и эти защиты были такие чуть-чуть попроще, но они работали очень хорошо. Ну, а нападение латыши всегда славились лет 50 назад, что все время они ставили. Я помню тот, тот веф, когда я еще играл так. играть с ними было всегда сложность еще как когда валдесвалтерс был на яоббсон был на площадке тогда мужнях тогда было вообще сложно они могли забить 120 130 что по этим временам было много но мы тогда чуть-чуть поменяли эту всю философию когда я пришел потому что мы ставили в больше на защиту. Я помню, когда Валдес Валтерс после пару месяцев начала чемпионата, он пришел и мне такой спросил, простой, такой, как детский вопрос, когда вы будете играть нападение? Я говорю, подожди, все будет автоматом, когда мы будем хорошо защищаться, подбирать мячи автоматом, мы будем играть быстро, выходить на быстрый отрыв, потому что в первую очередь надо, надо защититься, а потом уже только нападать. Ну и этот вариант сработал. И где-то под Новый год мы начали играть хороший, очень хороший баскетбол. Когда уже игроки поняли, что от них хотят тренер. У нас был такой общий, как бы, общая ценность, общая философия появилась в команде. И вот тогда мы заиграли здорово. Даже несмотря, я помню, мы играли, наверное, два овертайма с Калевым. И проиграли там очко. Даже при этой проигрышной игре мы играли хорошо тогда. Просто и судьи, я помню тогда, мы закончили по-моему четвером играть или даже тремя. Потому что там как-то судьи эстонские нам помогли, чтобы нас не осталась команда, но мы проиграли тогда, помню. Но. Помню, и помню, овертайм там был. Да, или... Два, и... два по-моему, по да. да, да. да, да, да. И я помню, тогда не имел никаких претензий с игрокам, потому что они чисто работали. Но просто мы с помощью судей не, не смогли тогда выиграть. Скажи, у Яниса Гайлотиса uh, у тебя, по-твоему, uh, большой потенциал как тренера? Я скажу так, что я своим студентам рассказываю про Яниса, про Колю. Я им даю как пример. Они были как... Uh, ассистенты, они были на самом высоком уровне. И я уже тогда видел, что из них может получаться, получиться главные тренера как из одного, так и из другого. И теперешнее то, что они, места, которые они занимают, показывает именно это. Я очень, между прочим, рад, что Янис поработал с банки. Очень я рад. Я думаю, что он, он Янис, талантливый человек, и его эти человеческие качества соответствуют тренерским качествам. я думаю, что это у него был новый опыт, и я радуюсь, что у него появился, как сказать, еще одно направление баскетбола. Потому что у каждого тренера есть свой. Чем ты больше возьмешь, тем легче тебе сделать свою философию. По кускам с каждого ты собираешь и ты делаешь свою. И Янис еще достаточно молодой, очень молодой тренер. Очень молодой. 85-го года. 85 -го, очень... да, 1933-го. 30... Я 88... его очень хорошо помню, потому что я еще детей тренировал его возраст. И мы играли, когда он еще был такой. Да, 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 Так что я думаю, что он очень хорошо справляется с работой в Эфе по этим результатам, которые он показывает, и по, по возможностям, прежде всего. И я думаю, что он еще будет расти, и, и я его вижу как главного тренера сборной Латвии. Только я, я думаю, это вопрос только времени. Я так иногда думаю про Яниса. Во-первых, <coughs> то, что он действительно молодой. С другой, еще дополнительно, у него опыт ассистента у Валтерса, у Римаса, у тебя, у Банки. И уже он стал шестикратным чемпионом Латвии на нынешней этапе. Плюс еще у него там опыт почти 10 лет международных игр. Ну, с командой да, да, да. И ВТБ, потом сейчас Чемпионская лига, и так далее. Ну, в Латвии такого, такого э, э, другого варианта ну, я не вижу. Ему всего 38. Да. Всего 38. Так что успеха тебе, Янис. Тогда, когда он работал у меня помощником, он делал хорошую работу. Он делал скаутинг он набирал, что какие сильные слабые стороны и игроков противника, плюс помогал на тренировок, тогда и был и Николай Мазурс тоже хороший очень помощник, и они были молодые перспективные такие тренера, которые только шли в баскетбол, и мне мне с обоими ими очень нравится эта работа, что мы сделали. А Янис потом он молодец, потом я смотрю стал тренером ВФА. а сколько он уже лет? Ну, сейчас он, уже шесть раз выиграл, и, и ресур... два раз проиграл, восемь лет. Так он еще Семь, приехал, лет. мы сыграли турнир с Вульфсами против э, него в Клайпеде, он обыграл меня, но он п -п -п всегда ученик лучше ты у учителя. А так он, что у него, хорошие были, вот, скажем, очень хороший опыт сейчас было с э, сборной Латвии, да, потому что он видел евролиговский мировой баскетбол, потому что Банчи тренер, он был много времени у Пенеджани вторым тренером монте паске И они все время в Евролигу играли, может, лет 10. Значит, этот баскетбол, который самый высший уровень, что мы имеем после НБА. И вот этот весь опыт, он я думаю, что он перенял с этого с банчи. А так я смотрю, как играет Веф. Интересно играет, красиво играет. И вот эту, эту, игру с Дижоном, что проиграли во Франции, я смотрел. Такая хорошая игра получилась. И результат никакой, но игра хорошая была. И надеюсь, что вот сегодня, когда мы записываем этот разговор, я думаю, что вот посмотрим и и Янис покажет, какой он тренер. Но да, слушай, ты такую ситуацию помнишь, чтобы после игры, когда уже начинается овертайм, игру останавливает, начинает что-то считать, и потом говорят, ой, извините, уже пять минут назад все закончилось, оказывается. Да, я помню советское время в Грузии. В Грузии всегда, когда были туры, то, то время, когда я еще сам играл, и был такой Куйбишевский строитель. И Приматов был и тренером Кубишевского строителя. Я помню, они играли какие-то два овертайма, по-моему, с «Динамо» Тбилиси. И тогда, когда, и, когда в этот, и закончилась игра, и Кубишев обрадовался, что они выиграли очко, сели в автобус, помылись, помылись и, и им принесли протокол, говорит, вы проиграли очко, это было в автобусе. Так тут это было 50 лет назад. — ну, Из этого опыта... Ну, сейчас хоть лучше стало, да? Хоть уже на поле, сказали. — Да. Я даже не понимаю. Вот мы всю дорогу ехали с Дарюсом, Лухминасом, и мы все время говорили про эту ситуацию. Говорим, так есть тренера, есть игроки, есть зрители. И неужели никто из этих, не знаю, там, 5000 человек не увидел, что не такой результат? Также не бывает. Как там все было, я не понимаю, не, не могу понять. Ну, бывает, значит. Скажи, вот эта команда 10-11 года ВФ, которую ты набирал. Ну вот если я тебя попросил бы одного игрока выделить, кого бы ты выделил? Ну, я бы не выделил кого-то, потому что у нас была хорошая команда. Я помню, все занимали какую-то позицию. Я помню Лакса, помнишь такой, да, да. да? Сейчас он играл прошлый год ее Иордании, очень здорово играл. Он был хороший забивающий, да, имел проблемы, скажем, такие, чуть-чуть в читании игры, где там опасно, где не опасно, да? но он был молодой. Ладно, мы били Каспарса, да? Он здорово играл, Берджиш, да. здорово играл. Хотя я когда пришел, мне такую репутацию его, как бы, порассказали не очень какую, но я не могу жаловаться. Он мне здорово работал, хорошо тренировался, никаких таких и налево и сходок, что до, до меня я там слышал, всякие были у него там какие-то дела, там так, таких не было. Он мне здорово играл. Ну, я ничего вообще по характеру и хороший борец. Мы тогда сделали его капитаном команды. И здорово мне играл. Особенно он понимал, потому что я думаю, что перед этим он играл в Италии. Я даже да -да -да, не помню. В Италии. Да? И он понимал, что баскетбол не только забить очки, но надо работать в защите. Там были были у него там какие-то маленькие слабые места, но такой упрямый, хороший. И как такой... Он сплотил всю команду. Он был авторитетом, и мы когда сделали его капитаном, он так бы вокруг себя, как авторитет, сплотил всю команду. Сандис Валтерс. Но самое отличное, что я видел, забивающий игрок может забить по, по, там, 10 рюльников, 5. И, да, не, не так, скажем, широкий спектр его возможностей, но как атакующий защитник все. Ну, и делает... хороший защитник. Защ... Да, защищался сердцем, я как говорю. Да, были провалы, было там, потому что мы и шли помогать там, с слабой стороне. Ну тут нюансы баскетбола. Там надо некоторые вариан варианты считать. Он иногда читал, иногда нет. Но, но играл здорово. У меня вообще нет ни одного минуса. Вот сейчас помнить, как теряем, чтобы у него какой-то минус был. Молодец. Были хорошие игры, были плохие, как у всех нас. Но здорово играл. Ну, про Бертонса мы уже говорили. Был молодой игрок и восходящая, так скажем, звезда. И очень хорошо показал вот этот первый сезон себя очень здорово он так как и все время улучшал каждую игру и, и так чтобы мне сейчас кого-то выделить как не, не не хочется потому что мы просто были хорошие команды и то что надо, И все время в спортивных играх доказать, и что это очень ценно, это быть командой, а не отдельным игрокам, который может забить 30 очков, а команда проиграет. Я таких команд не, не, ну, не, не делаю. Я делаю, чтобы была команда, что с каждого индивидуально взять максимум, но во благо общего результата. Так вот, мы с этой командой этого достигли. Была очень хорошая команда. Если еще немножко про твой период <coughs> войска и в эфи. Можно так сказать, что Сандис Валтерс был таким особенным игроком в твоих этих двух командах? Я не хотел бы вдаваться в личности, потому что не хочу обидеть и других. И, например, я ждал твоего вопроса, когда я ехал в Ригу, сидел в машине, и жена говорит, что ты молчишь? Я говорю, я уже интервью даю. я подумал, что ты будешь спрашивать, какое место в как команда занимает. Я тебе отвечу так, что я не могу сказать, что, например, там та команда или тот игрок был самым моим любимым, потому что я обижу других. И на самом деле у тренера, наверное, и нету, знаешь, ну, одного любимого. Как, например, ты ведь не скажешь, что дочь любишь больше, чем сына, правильно? Сын есть сын, ты одна любовь, дочка есть другая любовь, жене третья любовь, кродня четвертая любовь. Но эти все четыре особенности тебе очень дорогие, да? Так, Сандис, я скажу, что был один из моих любимых игроков. Это есть, да. И что ВФ одна из моих любимых команд была, это, это есть однозначно. И, и и мои самые лучшие воспоминания связаны именно с ВФом и, и связаны с игроками, с которыми которые играли в моей команде и с которыми я стараюсь поддерживать какое-то общение, потому что с других, вот, вот тебе будет ответ на, на твой вопрос Из других команд я не звоню И, и не разговариваю с игроками Из других команд Хотя Хочу... я с любовью вспоминаю некоторых Между прочим, я вчера, когда выложил <coughs> В фейсбуке э, Новость о том, что мы сегодня будем общаться Мне Удис Вильямс написал Чтобы я обязательно тебе передал э, Чтобы я передал тебе обязательно привет Так что, привет от Удиса Вильямса Спасибо, Удис Поздравления, тебе очень приятно. Очень приятно. Судится, мы как-то вот меньше наверное не, не общались после этой разлуки. Но с некоторыми игроками я поддерживаю эту связь, и мне очень приятно. Пару дней назад с Колей Мазурсом разговаривал, который сейчас работает в Литве. Скажи еще: последний, наверное, вопрос про этот период ВФ. как ты думаешь, что нам не хватило? как клубу, как организации, чтобы вырваться из... Ну, может быть, нет, не как организации, но вот именно как команде, как клубу, чтобы вырваться из этого, ну, такого э, круга латвийского клубного баскетбола, что мы где-то посередине как-то приближаемся к чему-то большому и не доходим. Это не только про ЛЭФ, в какой-то аспекте прайска э, в нулевых, э, перед этим Венспилс э, на, на 90-е и э, 90 2000-е, они тоже близко-близко были, там, почти Евролиги, да и как-то не получилось. Вот что нам не хватило вот в этом 13 году? <связь> Потому что, по-моему, это был такой роковой момент. <связь> но я не знаю, вы мне поверите или нет, я уже становлюсь стариком, в следующем году мне 60 -ник. И я много про это думаю. Я думаю, что это будет звучить метафизически, наверное, но чуть-чуть не хватило успеха, удачи. В спорте я уверен теперь, когда я уже старею, я уверен, что это есть одна из составляющих спорта. Это не, руками не пощупаешь. Я тебе отвечу очень-очень-очень коротко и очень конкретно. Если не три технические фолы из Бильбао, мы, мы бы, наверное, выиграли бы кубок. Теперь уже, когда прошло столько лет, я могу сказать, что если бы мы тогда, нас бы не свистели тогда, да? Я никогда, э, кто меня помнит, знает, что я никогда не говорю про судейство, никогда не скидываю на судей. Но сейчас я уже не тренер, сейчас уже, уже старик, я могу сказать, что я думаю. Три технические фолы, которые угробили ВЭФ. потому что если бы мы выиграли по тем соперникам, кто нас бы ждал в следующем этапе, я думаю, что было нам по плечу выиграть этот кубок. Между... И вот тогда тогда ВФ бы вышел на этот уровень. Между прочим, в том году в финале играли две команды, которых мы в том сезоне оба выиграли. О чем разговор? О чем разговор? Так что. Надо по сказать спасибо одному судье из, из Литвы, ты литовцу. Смотри... А, литовец был? Он свистнул все три фала. Окей, okay, я даже этого не помню. Да. Скажи, а ты ну, хотел бы э -э, стать э -э, и руководить сборной Литвы? Литвы? Было время, когда хотел, но не получилось. И после того времени, когда помогал Рамунасу да. э, Бутовтасу сборной, потому что он работал тренером и вырастил Клейзу Линаса Клейзу, который НБА игрок, он работал в моей спортивной школе тренером, и он эту группу вырастил. И тогда, когда он ему предложили тренировать сборную Литвы, он тогда мне позвонил и говорит: Римас, э, хочу, чтобы ты мне помог. Потому что у тебя есть авторитет, ты там можешь сказать игрокам, потому что в то время у нас играли такие непростые не, не игроки, как Ясикевич, Шишкаускас, Мацияускас. Мацияускаса, может быть, уже не было, но был Сонгайл, это игроки, mm -hmm. которым, чтобы их... Они хорошие игроки, но они должны чувствовать авторитет тренеров, чтобы достичь какой-то результат, потому что и Рамунас тогда говорит, мне ты нужен, по помо ну, как помощник, потому что и боюсь, что я, может быть, не, не справлюсь, или боюсь, что моего авторитета, может быть, не хватит, потому что Рамунас был тренером, который стал чемпионом мира в 21 U нет, да, -21, я тоже да. ему помогал тогда, и а как с, с мужчинами, знаешь, по-другому, по там уже мужики это мужики, там Шишкаускас, там все с именами, с деньгами, там нету так просто все. Ну, я говорю, Рамунас, я никогда вторым тренером не работаю, но с тобой я поработаю, потому что он и был, мы друзья, он был в моей спортивной школе 10 лет и тренером, и вырастил вот эту группу и баскетболистов. И вот тогда я, я, Рамунасу помог. Когда Рамунас ушел с тренеров, я в то время я как бы хотел быть, но так все сложилось, что и отдали в сборную тогда, по-моему, Кемзуре. Кемзуре да, кем кем вообще после, все время после сборной, значит, после Рамуна ты не стал. И сейчас в, в Волках. Да, он все, все время мне на пятки доставает мне на пятки. И надо будет спросить, что ты меня преследуешь. Ну, а сейчас ты не думаешь о том, что станешь еще когда-то? Ну, Никто не, может, не, никто не может знать, что случится. Я тебе скажу, вот в свое время, когда мы, я был баскетболистом на волне и хотел играть за границей, конечно, мы до 90-го года не могли уехать, потому что Советский Союз они не разрешали нам уезжать, я все время хотел играть за Мадридский Реал. Потому что сейчас есть в Евролиге много одного уровня клуба, 10, может быть, по бюджетам, по, скажем, по силе игроков и набирается. Потому, ну, конечно, бюджет большой, ты можешь купить кого угодно. И игроки не очень-то выбирают и команды сейчас по именам, потому что они выбирают деньги. И перспективу, если с этой командой выиграть или не выиграть. Если чуть-чуть поумнее игрок, так он смотрит перспективу. Если нет, так они смотрят, сколько денег дает. И им там не важно. В то время, и был такой единственный клуб, такой и по бюджету, и по своему имени, это «Мадридский Реал». Потому что своей, и, скажем, историей, со всей, всеми делами, там не знаю, сколько им сейчас, 150 лет или сколько, этого «Мадридского Реал. Я всю жизнь хотел играть в «Реале». Но так случилось, что я там уехал в Западную Германию, еще тогда была Западная Германия, после этого поехал в Австралию. И в Австралии мне звонок, мне уже было в Австралии 34 года. 33. И мне звонок, не, 34, наверное. И звонит мне из Реала и говорит, хочешь играть в Реале? Сабонис тогда перешел в Реал, и мне звонит. А я говорю, у меня двухгодовой в Австралии контракт, у меня только первый сезон заканчивается. Но, говорит, мы как раз ищем сейчас атакующего защитника, чтобы скомплектовать. Говорит, я с клубом как бы все переговорил. И говорит, есть возможность, если хочешь. И я, я тогда уже уехал в Австралию, потому что я как бы, мне 34 года, я как бы... Заканчивать карьеру, да? да? там спокойненько, на два года подписал, жизнь там хорошая. И баскетбол хороший, жизнь хорошая. Ну и вот так мне неожиданно, тогда я пошел в клуб, так как и с тобой было. Я пошел в клуб и говорю, видишь, в жизни есть такие дела. Или ты не имеешь работы, или ты, тебе сразу получается. Все работы. <laughs> Все работы, да. И тогда говорю, Та, хорошо, там, и Дэвид был президентом, мы дружили с семьями. Я говорю, Дэвид, э, если я сейчас, мне 34 года, я говорю, всю жизнь мечтал стать. И играть в «Мадридском Реале». Сейчас мне предложили. Если я сейчас откажусь не по каким-то причинам, мне уже никто не предложит. А это мечта моей всей жизни — играть в «Реале». В то время это «Реал» был что-то там в космос. Ну и он так... Мы посидели вечером, помню, с семьями еще там в ресторанчик сходили. И он говорит, ну смотри, Римас, решение... А у меня контракт еще... еще полтора год, года. Да, да. полтора года. И он говорит, смотри... В первую очередь, что из твоего тела, если твое сердце там? Говорит, что мы, я могу сказать? Нет, и ты останешься здесь, конечно, потому что контракт. Но говорит, какая у нас будет польза от тебя, если ты здесь будешь чувствоваться некомфортно, потому что ты думаешь про то, что есть возможность. Это ну, он логично сказал. И тогда говорит, конечно, мы тебя отпустим, прервем этот контракт, ты самый лучший наш игрок, но ничего не поделаешь. В жизни так бывает. И говорит, не вижу ни одной причины, что держать. Так, как ты. Когда мне предложили в Химке, помнишь? Хотя я просил у э, Бычкова, чтобы мне разрешили закончить чемпионата, да, да, потому что мне самому было интересно. Мы так хорошо выросли и так хорошо играли, что я думал, как мы тут закончим. Мне нужен был результат, но они сказали, или сейчас, или или, ну и спасибо тебе, что ты пошел навстречу. Мы прервали контракт, и я тогда уехал в Химки. Так вот, знаешь как? Иногда ты и думаешь, что это все уже закончилось, это, оказывается, только все начинается. Так если вернуться к этому вопросу, да, я понял. если мне предложит, будем смотреть, что тогда. Есть возможность, что мы когда-то еще увидим Рамона Сабутаутаса как главного тренера профессиональной команды? Нет. Не можешь получить ни одно предложение, чтобы ты сказал, ну ладно, ни ну, одно, но так из рационального мира, такое предложение, чтобы ты сказал, ну ладно, еще раз попробую. Это, чтобы не прозвучало, как, что я хваст, хвастаюсь, да? но я до сих пор получаю эти предложения. И даже этим летом, уже 4 года, как я решил закончить эту работу, это этап своей жизни. Я это сделал ос осознанно, и это не было, как сказать, такой, такое решение, как это слово забыл. И это все было обдумано, и я просто решил, что, что я не буду участвовать в этой, как сказать, тренерской работе активной и профессиональной. И я, у меня осталось соприкосновение с баскетболом. Ну, и этого мне хватает. О, конечно, иногда эти э, э, Руки потеют иногда, но я сделал такой вывод, что мне надо заканчивать и надо жить другой жизнью, потому что тренерская жизнь очень, очень специфичная есть, и эта жизнь от тебя отбирает очень многое другое. И у меня был период такой, когда, ну, я присматривал за мамой перед ее уходом. И у меня было очень много, сидя с ней, мне было очень много времени обдуматься. И тогда я принял решение. Про сборную все понял, твой ответ. А политика? Возможно, что мы тебя еще раз увидим в литовской политике. Большая вероятность? Когда вообще ничего не не сумею делать, тогда пойду в политику. Не, пока, да, у меня есть предложение вернуться и там, и туда, и думаю, что если бы я хотел, я думаю, что вернулся. Но в данный момент я слежу за всем, слежу, что происходит в мире, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в России, на Украине. Все, все слежу, все смотрю по ночам сейчас возможности очень большие. И все как бы, что в теме, быть в теме жизненной. И думаю, что не выход, если ты что-то не знаешь, и тебе полегче жить. Я думаю, нет, если ты владеешь информацией, владеешь миром. Нет, так я вот слежу за всеми этими делами. Ну, кто знает, я как говорю, ты же не знаешь, когда тебя позовут в мадридский Реал. Может быть, один день придумаю, что надо идти в политику обратно. Так что я бы как по информации при делах, если так сложится, но ну, будем смотреть, не могу сказать, не ни да, ни нет. Ну и последний, последний вопрос. Какие баскетбольные планы у тебя сейчас? Ну, в данный момент клуба имел несколько предложений, но то, что я хочу, не, не получил. Имею в виду даже не деньги, но клуб, с которым можно было в перспективе что-то сделать. Я не хочу просто идти и если в клуба нету перспективы и возможностей, просто, ладно, там через какие-то два места, может, на выше поднимешься, но сам знаешь, если ты не купишь нужных игроков, даже не, не обязательно дорогих, но таких средненьких игроков, ты не сможешь, как бы, какой бы знаток не был, ты не сможешь достичь какого-то результата, который я, ну, я привык. И для меня есть первое место, а все остальные последние. Так что я хочу быть наверху, не хочу просто так жить, участвовать, существовать, как существовать. А в данный момент не попался, что я хочу. А если попадется, я пойду работать. Хочу еще поработать в баскетболе. Ты еще раз пойдешь на выборы президента Литовской нет. Федерации? нет. Что-то ты все очень так, ты говорил, что с, с возрастом ты не настолько категоричен. А все-таки все, все от, эти последние ответы все довольно… Потому что они все обдуманные, это не, спонта, не спонтанные решения. Это не было так, что что-то на меня подействовало, и я там вдруг придумал. И вот именно, что я эти свои мысли вынашивал долго, а насчет президентского это было очень все понятно. Если 75% проголосовали против моих идей, куда мне еще суваться? Мои идеи не нужны, значит. Все. Это очень просто. Вот здесь очень просто. Что, по-твоему, случилось с карьерой Яниса Тиммы? Ну, сложно сказать, потому что первый сезон в Химок у меня здорово. Ну, у него и, 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 и когда я, я его следил, потому что хотел чуть-чуть раньше в Химке его, но он подписал с Басконией, по-моему, тогда. Да, да, да. И мы как-то его проморгали. Я хотел, потому что он подходил мне, и его играли третьим номером. Я тоже играл его третьим, но иногда стал четвертым, потому что такой комбо третий-четвертый. С очень хорошим трюльником. И, ладно, в защитке интеллектуально хорошо. Интеллект баскетбольный хороший у него. Чуть-чуть, может быть, физика такой подвижности не хватало, потому что он такой сильный латышский мужик. Который красиво закачан, тело хорошее, но чуть-чуть, может быть, не хватало пластики и такой подвижности. Но когда ты, если там был бы индивидуальный вид спорта, там бег, наверное, так может быть у него это была проблема, но когда ты командный вид спорта, ты можешь четырьмя игроками какие-то дела там закрыть, которые ты недостатки одного игрока. А так мне он выдавал хороший результат, но я не знаю как. И, и вроде он тренировался хорошо, и таких больших проблем не было. Ну, там травмы, чуть-чуть в одно время были травмы, и после этих травм он не вернулся на этот уровень, который он дал, когда я его взял с Оли Олимпиакос. Он мне не дал такую какой-то. Мы подписали хороший контракт с ним, все, как бы, чтобы ему было комфортно. И, не знаю, второй сезон ему тоже там месяц пропустил, было травма. После травмы вернулся опять какие-то маленькие дела. И вот так раз, раз. И тот второй сезон мне... Мне не выдал то, что я от него ожидал. Первый сезон, так вообще, он был король Красавчик. Нужна Балтийская лига, где бы все играли. Литва, Латвия Эстония вместе как в нулевых. Я скажу так: что совсем недавно с коллегами мы обсуждали это. И лига, Балтийская лига была очень сильная. Надо это признать. Например, говорили мне даже в то время, когда мы играли этот Балтийскую лигу, говорили, что, например, наша лига была сильнее Адриатической лиги. Да, мне говорили. Это, это сами Сербы и хорваты это говорили. Потом, почему это все распалось, наверное, потому, что Ритас и Жальгерис все-таки они пошли в эту Евролигу и, и не сумели сочетать игры, календарь и так далее. И эта лига распалась. И такую лигу создать теперь, наверное, то же самое бы произошло то же самое. Лига без самых сильных команд, ну, не имеет значения. Что надо нам общаться, надо нам играть, безусловно, безусловно. И перед нашим разговором я говорил, что у меня есть, до сих пор есть, я эту идею вынашиваю несколько лет, 3-4 года, и немножко сейчас я эту тему отпустил, потому что появилось у меня таких, ну как сказать, важных дел, как, ну я тебе говорил, мой, мой университет начинает стройку зала большого, и это отнимает много времени и энергии, но у меня остается мечта сделать лигу студенческую лигу, на примере Балтийской лиги. И чтобы в этой, игре, в этой лиге играли не профессионалы, а играли те студенты, у которых нет места на площадке из -за, из -за именно из-за профессионалов. И это есть большое количество игроков и в Латвии, и в Литве, которые просто умирают, ну в кавычках умирают, потому что им негде играть и негде показаться. Но я немало, я сейчас тренирую студенческую команду, и по литовскому примеру я вижу, что есть талантливые игроки, которых просто никто не видит, и им нету как пробиться выше эшелона их команд. Я думаю, что эта лига, вот эта такая лига литовская, эстонская, латвийская, как раз бы была бы вот очень хороший трамплин для этих игроков, которые могли бы пополнить профессиональные команды в Латвии, в Эстонии. Топ-3 э, латышских тренеров, на твой взгляд, всех времен. Ой-ой-ой, вот это вопрос. Ну, я думаю, Краулинш. Безусловно, Краулинш. Но хочу передать привет господину Зелдиншу. Был мой тренером, тренировал меня, я играл у него. И, между прочим, он меня обыграл как тренер. Он тренировал Барнс тогда. Ну, третий. Ну, Валдес, наверное. Ты с Валдисом общаешься? Нет, нет. Как-то у нас так сложилось, что с Валдесом очень давно виделся. Слушай, еще э, два вопроса про Валтерса. 88-й. Почему он не попал в ту сборную э, СССР, которая поехала в Сеул? Он бы попал, потому что он был лучший наш игрок. И однозначно лучший. Вучи. Да. Окей. Но э, он такой своеобразный характер у него. Уже не мне тебе говорить. И, и я помню, тогда на первый сбор он не приехал. И на отборочный турнир он не приехал. Но не потому, что его не звали, потому что он просто не приехал. Он так хотел. Потом Гомельский очень хотел, чтобы он играл. Гомельский, Когда мы выиграли отборочный турнир в Голландии, и, да, в Голландии мы играли, и попали на Олимпийские игры, и тогда был перед Олимпиадой еще один сбор. И Гомельский очень хотел, чтобы Вальтерс играл, и тогда мы как-то «Валтерса» вызвали, и он приехал в этот Новогорск. Но он пропустил уже как бы полтора месяца этой всей нашей подготовки, плюс. И тогда он бы занимал, я думаю, что место Мигленеса. Ну и мы так голосовали, и потому что Гомельский тогда сказал: вот есть «Валтерс». Он еще пока не готов, потому что пропустил вот это... Ну, Валтерс никогда был, не был таким, скажем, и, который, если не, не тренируется, он теряет какую-то спортивную форму, потому что он большой талант, очень большой талант. И я не думаю, что он через эти две недели не на, э, наверстал то, что он пропустил, потому что по мастерству он, он мог это сделать. Но мы тогда голосовали вся команда каждый голосовал и проголосовали за Миглиня потому что как бы он нам помог выиграть и предсезонку, имея в виду квалификацию на Олимпийские игры, и было бы нечестно, если сейчас его поменять на другого игрока, и, даже если лучше игрока. И вот так получилось, что, что он Валтерс остался без Олимпиады. Я думаю, что эта проблема была его самого перед началом подготовки к Олимпийским играм. Я не думаю, что он просчитал, что нам не получится, потому что Сабонис тогда мы не имели Сабониса. И он лечился в Портленде. У него была вторая операция после травмы Ахила. И такая сложное дело было. Мы не думали, что он будет играть на Олимпийских играх. Он в последний момент поехал с с нами. И, может быть, ну я не думаю, что Валтерс прочитал, что у нас нет перспективы или что, что так-то такое и не захотел приехать, потому что и это не было удовольствие и быть в сборной Советского Союза. Это была черная работа по три тренировки, с 7 утра по три тренировки в день, четыре дня подряд и один выходной. Тренировки, когда ты уже на какой-то третий день, когда после... Утренней тренировки ты ложишься после, значит, после зарядки, с 7 утра до, до восьмого после называемой зарядки ты идешь завтракаешь и ложишься до первой тренировки, первая тренировка в 11 часов, и тебе будет массажист, что идти уже на тренировку, и ты не знаешь, вечер это, утро или это, утренняя тренировка, где находишься. Такой был космос, я потом на научился, что когда будет, ты просыпаешься на утреннюю тренировку, усталость до такого, до такой степени, что сначала пять минут лежу и так определяюсь, где я, ага, в Москве, что сейчас, утро, вечера или там. И вот на таком уровне надо было работать месяцами, это не было удовольствия. Если у тебя нет перспективы что-то выиграть, я думаю, что не очень много игроков хотели бы это делать. Ладно. Советский Союз, это такой возможность уехать за границу, за границу купить что-то, там приехать продать, это тоже были деньги, тогда мы называли и спекуляции, и сейчас это бизнес, да. и так, это все было, да, эта перспектива была та, но если так, я, ну, я не знаю, Валтерс это просчитал, не это, но он, одним словом, он на первые сборы не приехал по каким-то там причинам. Ну, и второй вопрос. Жагарс, по-твоему, обладает таким же талантом или потенциалом таланта, как Валдес в свое время? Да, может быть, Валдес был такой жестче физически, покрепче. Да, может быть, не лучше в защите, но был такой со своим телосложением такой по, -по, -по жестче. А по таланту Жагарса я, он прошлый год в Литве играл, вот, в Невежесе. И, и очень очень талантливый игрок. Одна, одна проблема, то, что когда они подписали перед и, сезоном вот, в в, Ульсе в этом году, я так и подумал, в прошлый год имел такие проблемы и э, трав, травма, как бы, не знаю, как по-русски, травма опасен или, mm -hmm. или потому что талант очень хороший по всем по, по читанию игры по индивидуально и может пройти, может отдать, и может забить сам. И здорово, играет здорово. Такой... Я давно не видел такого интеллектуального, так и умеющего разбираться в этих всех ситуациях игрока. Он очень большой талант. Но не дай бог, чтоб если был, так, будет такой вот, что он сейчас, не знаю, травма, наверное, до конца сезона, я даже не ну, знаю. 5-6 месяцев, да. Ну, бывает так, бывает, но думаю, что, что все закончится хорошо. Не знаю, какая травма, то только знаю, что он там, или кресты там полетели, или что. А, так, если здоров, так очень хорошая игра. Ну и Роланд Шмидт, твое мнение о нем? Здорово. Здорово, скажем, э, такой, э, ну, такая, скажу, рабочая лошадка. Только как на литовец. Кого? Да, не, как, не, не. Вот как, же, как жемейтис, жемейтис". <свят> или как чистый латыш. Упрямый, сильный, и такой играет, борется все время до конца, ему не важно, плюс 20, минус 20, он делает максимум, что он может в то время. Ладно, в Барселоне он прошел очень хорошую школу, он был и у Песича, он был и у Ясикевича, он, да, у него хорошие тренера,

прежде любил, потому чисто из-за этой физической силы. И если я учусь, то кто больше смотрит такую тактику, я не знаю, может, там есть какие-то проблемы, но я как вот со стороны вижу, но не знаю, знаешь, ты должен пощупать этого игрока, чтобы знать, и как он хороший, как он плохой. По телевидению, когда смотрим, все игроки кажутся хорошие, которые забивают, да? Но в Жальгерисе, я не знаю, как в другой команде, он в Жальгерисе прижился. Он ведущий игрок Жальгериса. Он такой лидер, нужный момент. Он упрямый, как я говорю. Он жесткий, сильный физически. Ну, мне он очень нравится. Мне, как тренеру, он был очень хороший игрок, и я бы ему нашел место в своей команде. Последний вопрос. По-твоему, чисто на интуицию, ну, может быть, не только на интуицию, и, может быть, как ты считаешь, было бы правильно или нет, Римас, по-твоему, станет когда-то э, главным тренером сборной Литвы? Если он бы был бы на 10 лет младше, я бы сказал 100%. А сейчас? Ну, сейчас черт знает. Жизнь покажет. Да. Рамонес, большое спасибо тебе. Спасибо за приглашение. Говорю это очень искренне. И всегда буду рад, если придется мне еще позовете, я обязательно приеду. И хочу передать всем... Всем всем фанам баскетбола удачи, удачи на Олимпиаде, удачи в кубковых играх, удачи вообще в личной жизни. Спасибо вам всем. Спасибо Римас, спасибо Пожалуйста. что приехал, как? спасибо что пригласил. Знаешь, ты и Рамонас это действительно люди, которые на нас столько много сделали мне лично, чтобы я полюбил баскетбол настолько, сколько я люблю эту игру, что, что мне еще нужно подумать, кто еще такое влияние на меня имел. Спасибо тебе.